В скором времени батареи в квартирах губкинцев станут горячими. Городской филиал «Ямалкоммунэнерго» подготовил график запуска тепловой энергии. Так, с 31 августа по 2 сентября тепло поступит в 6, 7 и 12 микрорайоны. С 3 сентября в 1, 9 и 13 микрорайоны. С 5 сентября батареи потеплеют в домах со 2 по 5 микрорайоны. С 7 сентября в 14 и 15 микрорайонах, в 16 и 11 микрорайонах запуск тепловой энергии намечен с 9 сентября. Что же касается социальных объектов, то в них традиционно будет тепло в первую очередь. Начался сегодня отопительный сезон. Согласно распоряжению главы города, сегодня мы осуществили растопку котлов, подали тепло на школьные и дошкольные учебные учреждения. Полностью город готов к началу отопительного сезона. Остались мелкие работы в части уже наших объектов, то есть промывку непосредственно системы отопления самих котельных, производственных зданий и сооружений. То есть сам город, жилфонд уже заполнен, то есть вода уже в батареях теплоносителей уже есть. То есть город готов к началу отопительного сезона. Напомним, если в ваших квартирах не начали греть батареи в указанные сроки, следует обращаться в управляющие компании. Их задача вовремя подключить внутридомовые системы отопления.